Привет, друзья, всем! А у нас опять зима. Вот он, снег. Снег, снежок, белая метелица. Купер! И ветер такой дует. И вчера как метель почти была. Вот опять зимушка. Сейчас покажу, что у нас есть. Прибавление у нас в хозяйстве. Сейчас я вам покажу, что тут у нас. Вчера Коля ездил аж за 200 километров от нас. Купил. Так, я не знаю, будет видно, нет, в темноте. А вот они у нас. Мои вы хорошие барашечки. Вот они маленькие наши. Вот они еще маленькие. Мои хорошие. Вот они барашки, там Коля место им готовит. Ну так пришлось купить. Просто была возможность купить недорого. Поэтому сейчас вот будет он место готовить. Но пока они поселились тут в древнике. Сейчас он там подготовит им. Когда-то мы держали баранчиков 2 года назад. Вот, ну там потом по обстоятельствам. И пришлось нам хозяйство сокращать. И теперь вот надо опять восстанавливать. Время сейчас еще такое, что мясо свое. Да, мои хорошие глазки сверкают, слушают они там. Ой, вы мои маленькие. Там один маленький есть, он с белой головой у него. А так все такие черненькие. Да, мои, вы сейчас вам кушать принесут. Коля поехал за сеном. Сейчас сено. А вон какие ножки есть, беленькие. Вчера выгружали с ним, с Колей. Они сидели в машине. О, а в тюбетейках, посмотрите, какие красавцы. В тюбетейках. Барашечки вы мои маленькие. Ой, вы мои хорошие. Сделаем загончик им. Они тут будут бегать. У нас там перед домом площадка большая. Там будем... Они будут там пастись. На колышке их сделаем будут. Мои вы хорошие. Ребятушки, козлятушки. То есть барашечки, не обижайтесь, барашечки вы, конечно же. Вот вам сено привезли, сено. Сейчас вам сено дадут, Коля приехал. Вот приехало сено тут. Так, тюк привезли. Он там еще нам... Так, сено нам еще там дадут. Так что вот, корм будет, пока тут травка. Вот сено. Сейчас мы им будем давать кушать. Вот здесь вот Коля загородит прямо около этих старых сараюшечек. И будет им тут раздолье. Красота. Вот он уже начал. Видите, там вот уже поставил. Все отлично. А я сейчас покажу, где они будут. Вот там надо все разбирать. Так, сейчас я покажу. Видите, как вот там... там... снег, тут травка. Вот у нас. Вот там у нас все сложено. Брусья. Там вот хорошие эти. Ну да, брус хороший. Коля доски складывал сюда. Вот тут мы когда-то баранчиков держали, но потом не стали. И вот теперь надо ему, у него сегодня задача номер один. Вот это все освободить. И баранчики у нас там будут. Там места много, им такое раздолье. Хорошо. Сегодня много у Коли работает. Вот он уже начал загораживать. Вот, хорошо. Тут будет им. Вот смотрите, сколько места. Во, бегать будет раздолье им тут. О, есть запасы. Сено хорошее. Тут есть. О, вчера их привезли ночью. Они у нас сейчас голодные. Сейчас кушать захотят. Ехали, бедненькие. 2 часа, да, Коля, ехали? Да больше назад ехали. Больше. Ну да, назад дорога была плохая. Ой, это они маленькие такие. Зойки. Давайте завтракать. Вон вам принесли сено. Сейчас водички принесем. Пойдемте, мои маленькие. Не бойтесь. Все, я отхожу. Кушайте. Все, мы пока отходим. Уходим. Вот наша погодка. Зима опять. Только все растаяло. Цветочки вот жалко.
замерзнут, не замерзнут нарциссы. Но вроде как не должны. Почки жалко на розах мне. Не знаю, что будет. Снега так вроде немного выпало. Но лучше бы его побольше было. Потому что ударил морозец. И морозец такой хороший. Сейчас посмотрим. Вот мороз небольшой, минус 2 градуса. Но это днем уже почти. А утром было побольше. Вот, друзья, время 2 часа. А у нас уже солнышко. И уже снег почти растаял. Пойдемте посмотрим, что там Коля сделал. Это у нас тут все в бабушкином дворе. Во! Посмотрите, во, я пока дома была, уже и сено. Сено Коля привез. Вот у нас. Вот запасы есть. Так. Ну, вот так вот получилось. Такой загончик. Сейчас посмотрим, что как они там себя чувствуют. Коля уже их туда. Видите, вот я шла недавно, а тут уже все растаяло, уже и травка зеленая. Сейчас они немножечко приспособятся. И все. Вот. Вот у них здесь как все хорошо сделано. Места тут у них хватает. Привет, мои хорошие! С новосельем вас! На новом месте вы, да? А где вы там? Все пятеро? Ага, все пятеро. Водичка у них есть. Все, мои хорошие, идите сюда, идите. Ну, они еще боятся, но не дикие. Подходят. Ну, давайте. Обживайтесь. Пока. А еще, друзья, мы поставили инкубатор. Ну, у нас уже, правда, старенький. Видите, уже от времени пожелтел весь. Так что будут у нас скоро курочки, цыплятки. Инкубатор мы поставили недавно. Как я яйца закладывала, как отбирала их, как настраивала инкубатор, будет в следующем видео. Оставайтесь с нами, друзья. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч.